Друзья, всем привет. Сейчас будем опылять магнолию грандифлора. До этого у меня много раз цвели магнолии, но не завязывали цветы. Сейчас они начали перекрестно цвести. Я решил их опылить сам. Вот собрал с нескольких цветов, получается, пыльники. Вот теперь в воде присутствует пыльца. Будем опылять методом как трахикарпус водяным раствором. Посмотрим, сработает ли этот метод на магнолиях. Если хорошо завяжут они семена, то буду применять в дальнейшем. Потому что в прошлом году вообще не было завязи. Буквально одна или две семечки завязалось. Такие были невзрачные коробочки с семенами. Вот сейчас проверим, насколько будет эффективно водным методом. Все, смыли пыльцу, фильтруем. Пожалуй, промою еще раз. Много еще пыльцы осталось. Итак, смыл дважды. Вот такое количество пыльцы присутствует в воде. Довольно-таки очень плотно. Но потихоньку осаживается. То есть перед опрыскиванием будем взбалтывать воду. Довольно-таки нормальное количество пыльцы, и сейчас будем опылять. Итак, это магнолия Little Gem. Опылил ее пыльцой от Альты. То есть получится интересный гибрид, если сейчас опылится все. Потом сниму, покажу вам результаты. Это первый цветок нам Little Gem в этом году зацвел. На подходе вот еще цветы. Бутонов завязывает много. Так, вот мы имеем Альту. Плохо очень прикрыто. Так, вот она еще Альта у нас. Так, ну очень тяжело и снимать, и опрыскивать, потому что цветки частично прикрытые. Так что сейчас, как все опылю, сниму результат. Так вот, смотрим, много пыльцы в воде на лепестках. Очень много осыпается пыльцы, когда опадают пыльники. Собрать, к сожалению, все не получается. Ну, в принципе, в воде тоже было не маленькое количество пыльцы. Поэтому я думаю, что опыление должно было произойти успешно. По крайней мере, на пальме очень-очень высокий процент опыления получился водным раствором. Если это будет работать на магнолиях, будет очень классно. То есть мы сейчас опылили пыльцой Альты, все цветки Альты, которые сейчас на сегодняшний день у меня их было тут штук 7 уже вот опылил. И один цветок Little Gem зацвел, я его тоже опылил пыльцой Альты. То есть, по идее, на Little Gem будет уже гибрид Альты с Little Gem. Вот такие вот цветочки красивые сейчас. Вот, но пыльцы очень много в лепестках. Все, кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал, будем следить за результатами эксперимента. Всем пока!